Вот такой у меня приборчик есть. Я его купила в Элате в прошлом году. Увидела, сразу влюбилась в него. Вернее, хотела купить что-то другое. Массажер для плеч, для руки, для плеча. Сейчас, слава богу, уже ничего не болит. Но вот кисть руки. Мне девушка в магазине сделала демонстрационные обслуживания. И мне очень понравилось. Значит, тут есть несколько режимов. Я уже не помню, как пользоваться. Давно не пользовалась. Ага, вот. Красный это самый сильный, фиолетовый средний, голубенький, по-моему, слабый. Вот такие шарики, внутри их не видно. В общем, рука кладется сюда. О, уже пошло. Ну, это все режимы сразу. Ой. Ракушечка. В общем-то, помогает. Особенно самый сильный режим. Огонь. Огонь. Так, это что у нас? А, вот тут даже нарисовано. Вот я и не видела раньше. Это снизу, это с двух сторон. Сверху и снизу. В общем, так крутится, массажирует пальчики.